Привет всем! Сегодня хочу показать вам цены на продукты в магазине K-City Market. Такой салат стоит 2,50 за 140 грамм, 15,60 килограмм. Такой вот свежий салат еще стоит 2,50 за 160 грамм. Так, помидоры здесь стоят 3 евро килограмм. Большие вот такие помидоры стоят, они как 6 евро стоят, да, потом вот 2,80 за 250 грамм помидоров стоят, это скорее всего вот эти маленькие, такие в коробочках. Что еще показать такого? Вот, еще есть помидоры, 2,90 стоят за килограмм, такие. Здесь видите, целая полка товаров. Апельсины — это для сока, скорее всего, у них. Вот. Шпинат. Евро 50 за 65 грамм. Такая большая упаковка. Такая. Стоит евро 50. Да. Они тут разные, кстати, есть. Есть дороже. Есть 4 евро за 80 грамм шпината. Вот такой вот он. Что еще? Какие-то тут есть продукты, которые я даже не знаю, как называются. Трава всякая. Поэтому я не буду. Руккола. Вот, руккола. 2 евро за 100 грамм. Какая? Еще руккола за 50 грамм. 2,70. Таких упаковочка. Капуста с морковкой. И еще, не помню, как это называется. Брюква, что ли, или что такое. 2 евро микс. За 200 грамм такая упаковочка. Ну, пойдем, это, наверное, вам не сильно интересно. Рабарбар. Вот, рабарбар. 5 евро за килограмм. Так, продолжаем снимать. Свекла. 3 евро. За килограмм. Вот это, наверное, вот это брюква, наверное, да? 3 евро за килограмм. Капуста вот такая. 3 евро за килограмм. Уже есть нарезанная капуста. 3 евро за килограмм. Видно за такую капусту. Есть лучок в пучках. Вот такой. 2,20 стоит за упаковку. Такой 2 евро за упаковку лук. Такой лук 3 евро за упаковку. Имбирь. Такой имбирь. Сколько он стоит? Имбирь стоит... вот. 12 евро. Ну, это натуральный, типа. Прям самый натуральный. Вот так выглядит. 12 евро стоит. Так, брокколи стоит 2,40 за 400 грамм, евро 50 за килограмм. Такая картошка в пакетиках, 50, это 500 грамм, итальянский, испанский, греческий виноград, темный и светлый. Да. А, 3,50 за 500 грамм. Такой виноград. И вот такой виноград есть в упаковках. Такие яблоки. Royal Gala называется. 2,60 за килограмм стоит. Такие яблоки. Это Golden. 2,60 за килограмм. Гигантские такие яблоки стоят. Евро 40 за килограмм. И бананы вот такие, чиквита, они стоят за килограмм 2,10. Суши 2,80 стоят за килограмм такие. Такие яблоки стоят 4 евро за килограмм. Зеленые яблоки стоят 4 евро за килограмм. Такие яблоки 3,30 за килограмм.
такие яблоки 3,30, и еще вот тоже Golden 3,30 за килограмм. А арбузы такие тоже 3,30. Ну, это типа натуральные. Не знаю, чем они отличаются, натуральные, не натуральные. Ну, здесь такое. В общем, здесь полочка такая. Потом есть за 2,20, за 2,20 за 200 грамм. Да, 2,20 за 200 грамм лаймы. Это натуральные лаймы. Они стоят 11 евро килограмм. Натуральные апельсины стоят 6 евро. Натуральные апельсины. Натуральные сливы стоят 8 евро за килограмм. Авокадо. Вот, натуральные. 13 евро за килограмм. Такие. Здесь есть нектарины. 8 евро за килограмм. Попроще вариант бананов. Они стоят евро 80 подешевле килограмм. Груши, по-моему, такие я уже показывал. 2,80. И Йона Голд бананы. Яблоки Йона Голд. 2 евро за килограмм. И вот есть еще такие яблочки в пакетиках. 2,70 стоит за килограмм. 3 евро стоит Golden, 1,5-килограммовая упаковка такая. Шампиньоны мелкие, такие мелкие шампиньончики. 6,30 стоит за килограмм. А крупные сколько стоят? Что-то... О, смотрите, эстонские. Эстонские вот эти лисички. 11 евро за... за 350 грамм 11 евро. 31,40 килограмм стоит. Тут горькушки, я смотрю, вроде как, да? Смотрите, кто разбирается в грибах. Если это они, то они стоят даже дешевле, чем эти лисички. 9 евро за 350 грамм. Есть нарезанные арбузы. Нарезанные арбузы стоят 2,70 за килограмм. Еще есть вот такие шампиньоны. Такие 3,50 за килограмм. Есть клубника в упаковках. Вот. Клубника в упаковке стоит 9 евро за 500 грамм. И еще есть черника в упаковке за 250 грамм 7 евро. Финская черника. И еще такая клубника за 250 грамм 5,50 килограмм 22 евро стоит. Вот, есть такая голубика в упаковках, 500-граммовая пачка, стоит 6 евро, килограмм 12 евро. Ну, тут разные варианты есть. Вот малину еще покажу, сколько стоит. Малина 150 грамм, упаковочка стоит... Где малина у нас? А, вот она, 5 евро. Да, 5 евро. А, может быть, я... До этого другую показал. Да, 5 евро, правильно все. Вот, есть еще ананасы, уже порезанные, ну, какими дольками. Ананасы стоят 5 евро за 500 грамм. И тут написано, для гриля, что ли, они уже готовы для гриля. Я первый раз слышу, чтобы ананасы в гриль вкладывали. Кто разбирается, слышали такое? Шампиньончики такие покажу. Маленькие. Они стоят за 200 грамм 4 евро. И вот есть еще вот такие шампиньончики. Они стоят тоже 4 евро за 200 грамм. Ну, есть темные, есть светлые. И вот такие еще есть шампиньоны. 250 грамм 3 евро стоят. Цветная капуста вот такая стоит 2 евро. Паприка 6,20 стоит. Вот такая. Желтая паприка стоит 5 евро. Вот такая красивая. Свежая капуста 2 евро за килограмм. Такая. И есть батат еще. Кто вот ест батат, можете покупать. Батат стоит 3,40 за килограмм. Морковка стоит 2,20 за килограмм. Есть еще морковка 500 грамм упакованная. Стоит евро 60. За упаковку килограмм евро 18. Есть на развес морковка
Она стоит 2,80 за килограмм. Огурцы 2,20 за килограмм. Вот такие, каждый огурец отдельно упакованный. 40 евро стоит 5 килограмм черники. Вот такая черника. 40 евро. Килограмм получается 8 евро.